Друзья, всем привет! У нас сегодня будет активный съемочный день, и мы, я думаю, вам будет интересно, покажем весь процесс подготовки и в целом день съемочного дня в Шоу Плюсе. И сегодня мы с вами едем снимать нового персонажа, нового героя. Это у нас герой из «Собачьего патруля», Зума. Уверен, что, как всегда, костюм получился очень интересным, правдоподобным, максимально схожим с тем персонажем, который у нас будет, который в мультике. Вот, поэтому сегодня вам все покажем. Так, сегодня у нас с вами будет персонаж надувного костюма. Новый персонаж, это Зума, это герой из «Собачьего патруля», один из героев, это уже шестой персонаж в нашей коллекции, поэтому сегодня у нас будет съемочка его, чтобы вы посмотрели и приобретали себе этих крутых надувных персонажей из «Собачьего патруля». У нас каждый месяц сейчас выходит новый герой, сегодня это Зума. Попозже у нас будет Соник синенький. Вот, его мы тоже вам будем показывать, будем снимать, фотографировать, как, собственно, и сегодня. Так, сейчас мы с вами будем готовиться к съемке. Так, у нас сегодня день съемок. Соответственно, вот у меня полный багажник костюмов. Наш сегодня, который именно будет фотосессию делаться, это будет Зума. Так, мы его берем. Так, все, мы отсняли наши костюмы. Костюм, точнее. Это была фотосессия Зумы «Собачьего патруля». И сейчас мы едем на производство за нашим костюмом пандой с коротким мехом. Потом едем в офис и готовимся к съемкам вечерним. Сегодня у нас будут очень интересные съемки. Сегодня я вам все покажу. Я за пандой. Ой. Вот это, да? Ага. Все, хорошо. Панду собрал. Да. Ну хорошо, иди. Будете звездами Ютуба. Окей, да, хорошо. К съемкам готовы. У нас 1, 2, 3, 4, 5 комплектов батарей. Как раз на 5 костюмчиков хватит на работу. И сейчас все грузим и потихоньку двигаемся. Так, вот мы готовы ехать на фотосессию. Еще несколько костюмов подгрузил, чтобы как можно больше постараться вам показать разных персонажей. Машина немножко местная, но в плане не компании Шоу Плюс. Вот, но ничего страшного. Что ж, едем за нашим оператором. Сегодня будем снимать наши надувные и ростовые костюмы. Будем снимать, я думаю, все у нас получится. Снять и сделать все красиво и познавательно для вас. Потому что прежде всего вы должны понимать, как наши костюмы, да, которые мы делаем для вас. Как они работают, какие эмоции у людей они вызывают. И не только у
детей, но и у взрослых людей. Поэтому мы стараемся в наших видео максимально это продемонстрировать. Ну и опять же, чтобы вы понимали, на что способны костюмы, в них будут работать танцоры, профессиональные танцоры. Сегодня будут в них скакать, танцевать, поэтому я думаю, у нас получится довольно интересный эпизодик, интересное видео, так что оставайтесь с нами, я думаю, дальше тоже будет интересно, потому что небольшой бэкстейдж, естественно, в блоге будет. Давайте помогу. Доставка пиццы. Доставка, да. Пиццы и напитков. Что, мы начнем сначала с приятного? С воды? Да, с воды, с лимонада и со всего. Ребятам закинем сейчас, и потихоньку я буду это все заносить. Это я возьму. Оп. Опа, че? Нежданчики? Привет. Всем привет. Мы сразу к вам с таким подгоном начнем. Вы божественный человек. Ой, привет. Так, вот такой вот у нас тут творческий бардак. Сегодня будет у нас сниматься крокодил, Лола, Патедика. Я буду. Так, выбираемся, да? Да, ты кем будешь? Петь? Мальчиком? Ну, да. Девочка, да? Хорошо. Там уже все готово, можешь уже одеваться. Да. Так, здесь у нас репетиция. Выставляем кадр и вперед. Такая вот практика. Секунд. То есть приблизно поздно надо. Штуки 4. Ты гонишь 4. Мало? Штук 10. 10 минимум. Окей. Так. Я думал поменьше, там залез. Так, я снимаю. Уже все, подписался. Я снимаю. Не, я еще не снимаю. Спасибо. Нормальный? Да, у меня хорошо. Сейчас, ребята, будем отвечать на ваши частые вопросы, как крутить костюм. Голова, руки, ноги. Сейчас дуемся. Тедди, костюм большой. Немножко больше нужно время на надув, тем более батарейки подсевшие. Но ничего, сейчас купол почти готов. Надо отстегнуть предварительно ноги, чтобы было удобнее. Сейчас, секунду. Иду, иду. Я на голову. Да. Голова? Да не знаю. Так. Дальше перелазим вот так. Я понял, сейчас. Yes.
А ну, Серег, прыгай с той стороны. Она просто падает. Да, не, все окей. Так, я ищу. У меня эта рука. А так я в прошлый раз, да, как-то да, застегивал? Да, вроде как-то так. Я, правда, сама этого там не помню, но... Так, это вот так. Ну что, можно идти на... Повтор музыки громче.
Не. В одной точке каждый раз. В одной точке, но их надо спрятать. Вы сюда костюмы вытянули, их надо прятать. Я тебе Лёшка расстал. А, давай, пока уходим, да? Не, они должны за угол, наверное, зайти вообще. Не, так вони ж можуть поки не надуватися, один надувся, ти його обійшов, потім... Ну, так я буду, коли обходити, буду, буде видно на какой-то момент. Ну, так вони відійдуть просто туди, правильно? Ну, куди-то туди. Забираю свої манатки і тікають, дуже прикольно, по-перше, тікають. А третього ми ще засунемо і цей. Там буде видно, дивись, куди? Там, може, буде видно, скоріше всього буде. Не, якщо ви не надутий, то не видно, нормально, просто здутий будьте, будьте здутий. Туди, куди там, туди, в уголочок. Не надувайтесь. Лёша, в ней відчутилась труба. Это с кем ты сделал? Снимаю свадьбы дорого на две камеры. Качество просто пушка. Здесь Соня, ну все как надо. Сводить вообще без проблем. Обращайтесь, номер внизу. Сейчас, горизонт. А, ні, друзі, дружки, вони не влізуть. Давай, може, ну якось хоча б в трьох поставимо, типу, а якщо ви так поставити під кожний екран? І просто так... Так, розворачуємося туди лицом. Так? Да, да, да. Так, відходимо. Маріан, прячешся? Ні, ні. Я готов. Есть! Всем привет! Включение из со второго дня. Утро. Поздно вчера закончили, поэтому уже ничего не снимал. Сейчас расскажу, как вчера прошли съемки. Съемки вчера прошли хорошо. Как вы видели уже в предыдущих видео бэкстейджа, было весело, забавно, задорно. Получилось... В принципе, хорошо подснять, показать костюмы в работе. Скоро эти видосики выйдут и в нашем инстаграме, тиктоке, ютуб-канале, вы можете, сможете посмотреть. Вот. Ну, а на сегодня, я думаю, для этого блога, для такого пробного формата, этого будет достаточно. Не забывайте ставить лайки, колокольчики и подписываться на наш канал. И я буду благодарен вам за комментарии, которые вы будете оставлять под этим видео. Как вам такой формат? Интересен или не интересен? Стоит его развивать в будущем? Или лучше все-таки ограничиться просто работой костюмов и непосредственно видеообзорами наших изделий? Всем спасибо за внимание. Остаемся на связи.